Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Современная вилла за городом стала новым жилым пространством Керема Берсина и Ханде Эрчел. По мере того, как их отношения углублялись, Керем и Ханде решили начать совместную жизнь, и это новое начало означало волнующий шаг для них обоих. Однажды Керем пришел домой с работы с несколькими коробками и предметами мебели. Когда она вошла в дверь, Ханде делал планировку дома. Они оба начали добавлять свои штрихи в каждый уголок дома. Ханде поприветствовала Керема улыбкой, расставляя тарелки на кухне. «Добро пожаловать, любовь моя! Как прошел твой день?» – спросила Ханде, помогая Керему забрать его ожерелье и вещи. Керем сказал с усталым, но счастливым выражением лица: «Мы были заняты, но всегда приятно вернуться домой. Очень приятно вместе строить этот дом». Войдя, он огляделся. Все обустраивалось медленно, в соответствии с их стилем. Недавно Ханде и Керем вместе осмотрели дом и решили, какие предметы и где разместить. Книги Ханде, коллекция пластинок Керема и собранные ими вместе сувениры были найдены в разных углах дома. Все казалось отражением их совместной жизни. Когда Керем вошел в гостиную со свертком в руке, Ханде подошла к нему и спросила: «Куда вы хотите, чтобы я положил этот сверток?» — спросил он. «Вы можете поместить ее туда, но сначала нам нужно повесить эту новую картину на стену», — сказал Керем с улыбкой. Ханде осторожно вернул висевшую на стене картину. Обе стороны тщательно организовывали и персонализировали каждый уголок этого нового жилого пространства. В первые дни обустройства дома они начали открывать для себя свои маленькие повседневные привычки. Они вместе проводили время на кухне за завтраком и устраивали вечероки по вечерам. Им нравилось исследовать окружающую природу, совершая длительные прогулки, особенно по выходным. Однажды вечером Керем и Ханде сидели под звездами и разжигали огонь в небольшом саду дома. Керем повернулся к Ханде и сказал: «Это новое начало действительно великолепно. Совместная жизнь была одним из лучших аспектов нашей жизни. Каждый день мы чувствуем себя ближе друг к другу, и это особенная вещь». Держа Керема за руку, Ханде ответила: «Абсолютно. Каждый момент, проведенный вместе, напоминает мне о том, как прекрасна жизнь. Время, которое мы проводим в этом доме, способствует как нашему личному, так и совместному росту. Мы лучше понимаем ценность всего». Керем посмотрел на Ханде глазами, полными благодарности. «Видеть этот дом вместе как символ наших отношений очень много значит для меня. С каждым днем мы становимся сильнее вместе с вами. Наведение нового порядка в доме и начало совместной жизни принесли не только физические изменения, но и эмоциональное и духовное развитие. С этим новым началом жизнь Ханде и Керема приобрела больше смысла. Этот дом, который они вместе построили, был не просто домом, но и символом любви, взаимопонимания и совместной жизни. Эти особенные моменты, которые Ханде и Керем провели вместе под ночными огнями Стамбула, превратились в историю, которая укрепила их отношения и сделала их более значимыми с каждым днем. Каждый момент, проведенный в новом доме, стал частью их совместной жизни и будущих приключений. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.